такая штука. Богдан собирает прямо ведерко к себе. Что интересно, я сегодня забыл ведро взять. Ну, к счастью, у меня есть пакет. Это не черника, в принципе. Тут еще может тут останется, да? Вот, вот она, брусника. Можно тут еще остаться. Прекрасно. Вот сейчас я ее буду собирать. Вон ее сколько много. Очень много. Просто невероятно много. Папа. Даже не хочется наступать на сюда. Папа. Просто облившую. Просто прямо. Прямо много. Обливши кусты. Ну, тут вот оно заканчивается, вот, походу. И там еще дальше немножко переходить. Сейчас переходили через небольшую болотинку. Вот. Ну ничего, перешли. Вот. Это продолжение сериала «Поход за ягодами». Богдан, не топчи только ягоды. Ты их собирай прямо в эту корзиночку. Вот. Молодец. Попробую я как-то сейчас телефон поставить, чтобы у меня каким-то образом стоял. Значит, все, извиняйте. Я, конечно же, быстрее Богдана собираю. Слушай, я собираю комбайны. У меня, правда, и грязнее. А! Когда мы соберем, так будем кушать. Что хотите? Ну да. Они тебе не особо помешают. Да, где ягодка? Там. Что? Она Это ёлочка. Да. Она живая ёлочка. Почему? Блин, должно расти. Здесь много лишних веток. Почему? Потому что здесь на высоковольте вырубают деревья. Не зарастало высоковольте. Восковольки тоже могут расти. Да? А? Восковольки тоже могут расти. Да? Нет, восковольки не растут. Я говорю, деревья на восковольке. Деревья на восковольке? Да. Ну что не собираешь, а? А вот те елочки чуть-чуть. Ого, опять посыпались чуть-чуть. Ну, опять не собирайте. Много. А эта елочка живая, маленькая. Но тогда ее не оторвать, просто она ходит. Если только я не могу достать ягодки, когда она ходит, значит она тоже хочет кушать. Эта елочка тоже, значит, хочет кушать.
она кушала. Она тоже хочет кушать. Еще. Значит, так она не дает мне. Если она не дает мне, значит, я могу дать так, чтобы она это покушала. Я вот могу много-много собрать и покормить себя. Девочка. Вот когда вот так вот растет, не среди вот таких вот веток, то собирать, конечно, значительно удобнее. Здесь, можно сказать, чуть ли не 100% ты ее собираешь. Ягоду. А как эти елочки растут? Ну так как растут? Растут. Как? Не знаю. Они растут из-за того, что семечки взрывают? Да нет. У нас огород, мама, семечка. Папа, а почему ты туда телефон поставил? А там видео снимается. Да? Да. Это то, что мы... Вот здесь вот в траве немножко плохо я собираюсь. Что делать? Ягод. Ягодки. Сухой, потому что у меня уже выкидывается. Я тебя только там вижу. Своего комбата. Вот это иду, Гарри, молодец. Угу. Паук. Это паук. Ага. А ты паук. Мне еще оставь. Папа. А ты его несешь. Кого? Паука. Ну он убежит, Богдан. Где паук? Как же паук убежал? Мухи такие. Так, как? Ладно, потом все надо. Елочка, ты что, съела ягодку? Папа, а тут еще одна елочка. Здесь тоже кушать. Вот, смотри. Смотри, папа. Елочка тоже моя ягодка. Прости, елочка. Я уронил. Сейчас дам тебе еще. Может. Если кому меня кусает, значит, капюшон можно надеть.
Это Лёвочка. Лёвочка, ты умеешь только говорить. Только сказать тебе ещё хочется. Значит, на, кусай. Всё, ты съела? Ну, тогда спи. Давай, Лёвочка, спит. Я сон пока надену, а то помоюсь. Волчанцы. Угу. Попробуй с этой руки. О, получилось. Только на руку встали. Комбайн очень быстро собирается. Единственное, попадает много листвы, ничего страшного. В принципе, если ягода сухая, листва очень хорошо собирается впоследствии. Но на этом эту часть закончу. Богдан, не топи, не топчи ягодки.